Приветствую всех на своем канале YouTube. В этом видеоролике на связи Александр Аксенюк. Я хочу поделиться с вами новой информацией. Сегодня получил информацию о новом стартапе франшиза клуб. Вот сейчас разбираюсь. Решил сразу параллельно записать ролик. Будем разбираться вместе, кому интересны новые перспективные проекты. Итак, проект называется франшиза клуб. Они утверждают, что они знают, как заработать. А теперь узнаем и мы. Компания «Франшиза Клуб ЛТД» – бизнес-брокер готового бизнеса, в настоящий момент специализирующаяся на поиске и анализе приобретений классических, свободных и импортозаменяющих франшиз оптом или на льготных условиях с дальнейшей перепродажей согласия франчайзера на различных этапах становления и развития деятельности. Компания зарегистрирована и находится в Великобритании, осуществляет свою деятельность исключительно в рамках английского права. Ну вот, итак, я так понял, инвестиционное направление компании связано с франшизами. Вот здесь есть сертификаты, документация. Вот ссылка на эти слайды будет под видеороликом. Зайдите, посмотрите. Так, компания «Франшиза 0» началась в 2013 году с покупки франшиз известной сети быстрого питания, стремительно набирающей обороты в России. Бизнес начал приносить прибыль уже на третий месяц с момента его организации. Удачная перепродажа торговой точки привела нас к мысли о том, что франчайзинг – направление с большим будущим. Ну, не поспорим. Франчайзинг действительно направление большим будущим. В мае 2009 года мы приобрели сразу 10 франшиз, как известных, так и только вступающих на российский рынок компаний, в том числе совсем не крупных. История компании. Ну, это вы все сможете почитать сами. Так, партнеры. Вот, довольно громкие торговые марки. Так, вот это, я думаю, нам будет интересно. Инвестиционный фонд. Инвестиционный проект «Франшиза Клуб» – это отдельное направление нашей деятельности, которое переносит наш бизнес на новый онлайн-уровень. Схема работы проста, понятна. Инвесторы вносят свои средства в мощности нашей компании. Мы направляем их на закупку, раскрутку новых франшиз, а в результате их перепродажи делимся с инвесторами прибылью. Это понятно. Полный цикл работы с франшизой составляет около года. Именно в течение этого срока каждый инвестор будет получать проценты по внесенной в проект сумме, которая будет начислять ежедневно авансовыми платежами согласно выбранному плану. Понятно. Каждому при регистрации дается подарочный пакет $30, с которого можно будет в течение 90 дней получать прибыль, которая составляет 56% в месяц. При регистрации доступен один реферальный уровень. Реферальный бонус от инвестиций реферала первого уровня составляет от 8 до 45%. Также есть базовые и премиум пакеты. Так, сначала посмотрим базовые. Это от $50 до 500, доход 24-27 в месяц. Базовый пакет активируется с помощью базовых монет. Базовые монеты могут приобретаться только в обменниках у других участников проекта за различную валюту. Электронные платежи, Visa, MasterCard, также банковские переводы. Ежедневные начисления прибыли в течение 360 дней. Также есть премиум пакеты с доходностью 28-38 в месяц. Вот премиум пакеты покупаются у проекта. Также за различную валюту, электронные деньги, Visa, MasterCard, банковские переводы. Также ежедневное начисление 360 дней. Премиум пакеты от 1000 до 11 тысяч долларов. Серьезненько. Вот также есть возможность объединить пакеты.
Вот. Также есть множественно много платежных систем, практически самые известные. Инвестор при работе с проектом может использовать следующие платежные системы. Также компания планирует выдавать всем инвесторам фирменную платежную пластиковую карту Visa или MasterCard, куда будет осуществляться перечисление средств из проекта. Это очень хорошо. Здесь указаны реферальные уровни. Вот подарочный пакет дает, открывает первый уровень. И далее по базовым пакетам. И седьмой уровень уже открывается с премиум пакетов. Приобретение пакета открывает реферальные уровни, с которых можно получать реферальные бонусы. Регистрация – первый уровень. И далее пакет 102 и так далее. Реферальный бонус с премиум пакетов. Также до 9 уровня. Реферальный бонус базовых пакетов до 6 уровня. Можете посмотреть, это озвучивать не буду. Так, и завершаются слайды преимуществами проекта. Компания зарегистрирована в Великобритании. Высокодоходная легальная сфера деятельности, связанная с куплей-продажей франшиз известных брендов. Опыт работы с франшизами 2003 года. Собственный инвестиционный фонд. Высокодоходные инвестиционные пакеты до 30%, до 38% в месяц. Огромные реферальные бонусы за приглашение в проект до 45%. Большая глубина до 9 уровня. Сверхустойчивая модель, рассчитанная на годы работы. И профессиональная команда. Вот. Итак, полистал вместе с вами эти слайды. Напомню, что ссылочка на слайды будет под видеороликом. Посмотрите, изучите. Сейчас перейдем на сайт. Вот, вот так вот симпатичненько выглядит сайт франшиза клуб. Вот здесь можно также нажать посмотреть, как зарабатывать. Содержание, то есть полностью можно почитать. Вот, я в этом видеоролике это читать не буду, это все очень долго. Тем более, что кратко это описано было в слайдах. Также на главной странице, что у нас еще есть? Есть промо-ролик, в котором коротко описано, что такое вообще франшиза, если кто не знает. Здесь описаны франшизы, с которыми работает компания. Показаны инвесторы, которые уже инвестируют. Список платежных систем. Вот. Также можем посмотреть о проекте, можем новости посмотреть, можем посмотреть ответы на популярные вопросы. Здесь у нас контакты. Юридический адрес. Телефончики, как в Англии, так и в Москве уже. Понятненько. Так, могу уже зайти в кабинет, так как я уже зарегистрировался. Вот такой вот довольно симпатичный рабочий стол. Вот, я уже дал людям информацию некоторым о проекте. У меня уже некоторые регистрации пошли. Уже есть активация даже базовых пакетов. Есть активация уже подарочных пакетов. Вот, люди занимают позиции. Еще только сам недавно узнал. И предлагаю вам это все подробненько изучить, потому что
Вот, выглядит довольно симпатично. Довольно интересная задумка. Вот, видно, что серьезный сайт. Стоит на хорошей платформе, на хорошем домене. Но, конечно же, мониторьте, принимайте решения сами. Вот, занять позицию бесплатно можно. Можете просто под видеороликом занять позицию и активировать себе подарочный пакет. Это вам ничего не будет стоить. Вот, а дальше работать или нет, принимать решение, конечно же, вам. Я просто записал первый обзор, так как информации в интернете еще совсем нету. Может, хотя бы этот видеоролик некоторым людям что-то расскажет о проекте и поможет принять решение для себя. Я на этом заканчиваю. Встретимся в следующих видеороликах. Всем пока.